Порядка 20 подростков Зайцевой речки смогут заработать этим летом на карманные расходы. К примеру, июньская трудовая бригада будет работать 2 часа в день, в месяц около 40 часов. При наборе в такие команды отдают приоритет школьникам, которые ранее не были трудоустроены, ребятам из льготных категорий, малоимущих семей. Подросткам должно быть от 14 до 17 лет включительно. На сегодняшний день уже намечен тот объем работ, который мы обязательно выполним с нашими детьми. Это, конечно же, ежедневная санитарная уборка улиц, это покраска где-то ограждений, подкраска бордюр, значит, работы по высадке цветов, обязательно на территории сквера памяти. И именно ведь работая на территории сквера памяти, наши детки еще раз будут возвращаться к истории нашего поселка, к нашим старожилам и к нашим участникам Великой Отечественной войны, что я считаю очень здорово и замечательно.